24 февраля, 2 года назад, началась специальная военная операция, в которой на сегодняшний день задействовано больше 600 тысяч наших российских солдат и офицеров. Они борются с фашистской идеологией, в последние годы активно процветающей при поддержке западных стран на территории бывшей Союзной Республики. И мы всецело верим и знаем, что правое дело наших ребят завершится безоговорочной победой. Но есть и те, кто за нашу будущую победу отдал свою жизнь и уже не вернется домой к своим семьям, родным и близким. Вспомним тех, кто отдал свою жизнь, защищая нашу Родину, наши жизни. Объявляется минута молчания. В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто стоит на страже мирной жизни. Чествуем всех, кто исполнял свой гражданский долг в рядах армии и флота, для кого воинская служба стала призванием и судьбой. Как дань уважения и почтения всем погибшим в боевых действиях, гирлянду воинской славы к вечному огню возложить.